Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Ford Ranger 2007 года выпуска, двигатель 2.5 турбодизель, механика, полный привод. Пробег на автомобиле 218 тысяч километров. Заменю на нем масло в переднем редукторе. Поднимаю автомобиль, нахожу сливную пробку и сливаем масло. Поднял автомобиль. Снимаю вот эту часть защиты, для того, чтобы нам удобнее залить масло. Заливная пробочка у нас вот она, а сливная у нас вот она. Ставлю тазик и откручиваю заливную пробку. Головка на 24, а надо накидной. Затянуто. Масло не бежит. А нет, капелька масла появилась. Масло был уровень, и масло довольно-таки, судя по капельке, чистая. Но в любом случае пробег большой, нужно менять, поэтому мы его меняем. Снизу чищу. От земли вокруг пробки чищаю. Грязи понабилось от времени. Откручиваю сливную пробку. Головка также на 24. И также сильно затянута. Так. Нужна шестигранная головка. Вот это затянули. Да. Высота пробки маленькая. Грани подрываются, поэтому лучше брать сразу шестигранную головку и аккуратно, чтобы не свернуть грани. Иначе придется ее рубить. Российской отмычкой, советской отмычкой, называемой зубило. Да, масло неплохое. Сливаем. Но судя по густоте, густовато. У нас морозов нету, нормально. А зальем мы сейчас, по-моему, 75-140 масла будет у нас такое залито.
пусть стекает. А дело так вот не стал уже в нагнетатель переливать. Шланг вставляю и заливаю. Все, масло начало капать. Ту информацию, которую я нашел, написано 1,2 литра в редуктор переднего моста. У меня ушло 1,8 литра. Все, убираю шланг. И закручиваю пробку. Затягиваю. Мост здесь не ЛСДшный, подключаемый, но масло решили залить такое, 75 на 140. На этом все. Замену масла в редукторе переднего моста я закончил. Всего вам доброго.